Так, я только что закончила с рыбой. До этого я закончила со свининой. Посмотрите, сколько засолила. Эту вот большую рыбину, что я купила, 3-килограммовую. В этот контейнер почти все вошло. Это только без костей, да, для засолки. И 3 кусочка не поместилось. Еще вот в этот контейнер я сделала. Рыба. Слов нет передать, насколько вот я в восторге. Запах, свежести, все, рыба обалденная. Перекрестки брала. Так, и вот такие обрезки для супа у меня есть кому отдать. Я их прям сейчас в пакет упакую, из башки вытащила жабры. Мы суп не варим, но, слава богу, нашлось, куда это отдать. И я рада, что я не выкину, потому что здесь все из живота вот этот жирный, и башка, и хвост, и кости. Ну, в общем, суп получится супер. Всегда вот думаю о том, что как жалко, что у меня никто не ест. Как бы я тоже сварила. Ну и что же? А это что такое? Давайте посмотрим. Рыбку убираю в холодильник. В морозильник ставить не буду. Она у меня пойдет в холодильник. Сейчас, погодите. Вроде в холодильнике пусто и места нет. Как такое может быть? А, здесь все пусто. Пусто, выросла капуста. Отлично. Так, и буженину я сделала, паприка, кориандр, перец, соль, но разворачивать не буду, вот это на всю форму у меня большой кусок вырезка, который мы сегодня брали. Что еще я должна сделать? Не знаю, думала курицу замариновать или завтра это сделаю уже, потому что мне еще на пробежку надо, вообще-то. Да, я начала это делать снова. А, яйца хотела вынуть. Сейчас, погодите, яйца выну. Не знаю, на что. Просто на тарелку. Я же должна еще кастрюлю вернуть Наташе. Я ей пообещала. Похожая на сон. Неправильно она поет. Видите, какая молодец. Слышу, что она не попадает. 8 штук, по-моему, я варила. Вот есть, которые прям хорошо прокрасились, есть, которые не очень. Все были яйца белые, все. Желтых не было. Почему все полопались? Я их поставила в холодную воду. Ну, какие получились. Хозяюшка молодец. Так. Все, Наташа сказала, что ей не нужна эта лук. Не нужен. Не знаю. Виталий, хватит 8 штук? 2, 4, 6, 8. Слушай, все полопались яйца. Не пойму, в чем дело. Ну, не знаю. Не побьемся, да? Ну, я еще буду красить такие. Может, еще положить сварить яйца? Не знаю. Я вот не знаю. 8 наших, каждый по одному съест яйцо. У меня такое ощущение, что я буду как мясорубка. Давай еще партию. Завтра ей отдам. Пусть до утра они у меня постоят. Нет. А если ты еще и крашеный будешь, не чересчур много будет? Смотри. На Пасху у нас будет какая здесь толпа. А, ну, делай. Мы какой-нибудь салат забудем. Оливьешку, например. Еще что? Нет? Да, тогда я заново ставлю. Пусть варятся. Их же помыть надо. Я так и не поняла, почему они лопнули. Сколько еще? Ну давай. И у меня останется как раз еще сколько-то белых для разноцветных. А? Есть у него на яичницу, ну пусть штук 5 он сварит, еще 5 штук у меня останется про запас. Сегодня в перекрестке были, там этих яиц завались. Вот так, сейчас помою яйца, потому что они такие грязные. Ой,
Сейчас сначала пусть они у меня именно на самой шелухе тогда поварятся. Не знаю, может из-за этого. Непонятно. Все лопнули, такое вообще первый раз. Всегда кладу в холодную воду, они нагреваются вместе с водой, с этой, и не должны лопаться, и никогда не лопались. В этот раз прям смотрю, ну, каждая лопнутая. Странно. Реально странно. Ну, в общем, кастрюлю завтра Наташа отвела, ничего страшного. Так, перчатки порвались, выкидываем. Сил нет никаких. Сейчас чуть-чуть утоплю совсем немножко, чтобы они у меня были в воде. Они уже с трещиной. Вон одно с трещиной, да, сразу вижу. Ну да. Странно. Да, с трещиной. Ну ладно, всяко бывает. Все. Эти надо маслом растительным потом смазать. Слушайте, у меня здесь, который самый первый ноготь поломал, у меня такая адская боль. Под, ну, ноготь как будто от плоти маленько отошел, и у меня прямо болит. Маникюрчик у меня, конечно, он не горит. Так, буженину на балкон. А что еще я хотела сегодня сделать? Свинину завтра мы договорились с картошкой, правильно? Виталь, свинина завтра с картошкой будет запеченная? А курица? Я просто не пойму, как курицу будем еще готовить. Нашу курицу. Еще утку хотели. Передумали. А куда, представляете? Сколько мяса, курицы, япона-матерь. А у нас одни приехать не могут, другие приедут позже, третьи вообще. В общем, непонятно вообще, кто приедет. Представляете, если нам все это придется есть. Меня разорвет, я не могу так рисковать вами. Это же вообще потеря. Потеря потерь. Олечки нет. Домойка помылась, ее закрыли. Она должна проветриваться. Все. Я хоть ту включила эту. Ту. Я, кстати, вся в этом маршмеллоу. У меня все руки липнут. Вот здесь дотронулась до майки. Майка липнет. В общем, это целое шоу, друзья мои. Пошла я собираться. Пробегусь, наверное, легко. Мне даются 3 километра. Наверное, 3 сегодня пробегу, потому что их я так вот особенно не чувствую. Но зато подышу свежим воздухом и маленечко разомну свои старые дряблые кости. Старые кости, дряблые не кости. Пошла.